У меня нет задачи в быстрой смене стиля и прочие проблемы, которые решает масс-маркет. Поэтому я предпочитаю покупать одежду, которая насыщает не только визуально, но и концептуально. Я четко знаю свои бренды, поэтому, когда я иду на шопинг, я заранее планирую покупки, и я знаю, что я куплю, когда и даже когда, как я буду от этой вещи избавляться. Вещи я сдаю в STR Collective, в комиссионке, я также раздаю друзьям, если они не против. Нужно ли инвестировать в моду? Нужно инвестировать в себя, в развитие, в образование, в путешествия. А в моде нужно инвестировать в качественные вещи, которые ты потом сможешь передать своим детям. У меня нет задач в быстрой смене стиля и прочих проблем, которые решает fast fashion. Поэтому я очень редко покупаю вещи в масс-маркете, и весь мой гардероб занимает по размеру один большой шкаф.